Я нахожусь на выставке Kia Fashion. Сегодня третий день работы, 9 сентября, на стенде. Как видите, давних партнеров журнала, дружим. Виолетта Павленко, руководитель отдела маркетинга и продаж Lauma Fabrics. Правильно я сказал? Виолетта, ваше впечатление о выставке? Вы давно принимаете участие, постоянно на этой выставке. Что происходит на украинском рынке? Ну, для нас, как для производителей материалов, ситуация на украинском рынке довольно стабильна. В принципе, несмотря ни на какие политические моменты, ситуация на украинском рынке в протяжении 5 лет остается стабильной. Меняются, скажем так, покупатели, но общие продажи в Украину остаются прежними. Пытаемся в этом году продвинуть новые идеи, новые инновации. А что? Расскажите, новые идеи, инновации. Новые полотна, скажем так, это вот здесь. Обработки края, клинкат, называемый клинкат. Да, пытаемся предложить украинскому рынку трудом. Но это же самая современная время, продукция, да? Требует время. Пытаемся продвинуть нашу вышивку, да, очень активной. Это вот то, что видим. Как оформлены как тенденции, да? Вот, понятно. Из последних дизайнов. Да, потому что вышивка иногда теряет свои обороты, иногда набирает свои обороты. Сегодня, конечно, кружева берут вверх, да, и в основном клиенты предпочитают использовать кружевастые проекты. Очень популярны чашки, да, очень популярно новое направление. Это формованная чашка из спейсера, да, которая может быть использована как в классической коллекции, так и в коллекции фэшн. Да. Да, очень удобно, комфортно, вот, для любителей мягких чашек. Опять-таки супер пушапы всегда интересны. Такой вариант, да? Да. То есть предлагаем чашку как полуфабрикат. Предлагаем ее в обтянутом варианте, предлагаем готовую модель под брендом клиента. Понятно. Хорошо. Значит, можно констатировать, что стабильность рынок есть, жив. Стабильность есть. Ну. И стараемся внести новые тенденции в украинский рынок. Украинские производители росли, становились уровнем выше и использовали новые технологии. Ну, с такими новыми партнерами, не новыми, вернее, а растущими, как Jasmine Lingerie, да, Камильфо вы работаете. Поэтому такие компании показывают рост. Естественно, у вас тоже будет, наверное, должен быть рост на украинском рынке. Потому что наша главная задача удержать нам наших старых клиентов, дать им расти с нами. Вот. И для новых мы всегда открыты. Спасибо. Да. Желаю вам удачи. Спасибо.